Северо-Восточный государственный университет готов принять студентов лично. В здании идет ремонт. Однако на вопрос, сможет ли ВУЗ возобновить работу очно, ответит эпидемиологическая обстановка и региональные власти. Кроме того, при личном посещении студенты и педагоги должны будут соблюдать все санитарные нормы. Даже если мы начинаем в традиционном формате, конечно, пандемия свои здесь коррективы внесет. Это будет масочный режим, это будет дистанцирование, это будет санобработка поверхности, рук и некоторые другие вот такие ограничения или требования, которые все вузы будут соблюдать. На эту тему уже есть соответствующее разъяснение, требования со стороны нашего учредителя. До какого числа можно подать документы? Будут ли в вузе новые специальности? И как СВГУ отметит свой юбилей? На эти вопросы Роман Корсун ответил в передаче «Разговор по существу». Смотрите сразу после выпуска новостей на телеканале МТК-Видео.